18 января Казанский федеральный университет посетил директор Японского фонда Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Масакадзу Такахаси. Также он является советником посольства Японии. Гостя встретил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Сначала состоялась экскурсия по музею истории университета. После для него прошла презентация вуза. На ней гостю рассказали про количество студентов, преподавателей и новейшие методы работы в КФУ. Также гость узнал об истории и достижениях Казанского университета, стратегии его развития и приоритетах в научной деятельности. Встреча может стать началом для нового сотрудничества. Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ может получить дополнительные возможности благодаря библиотеке иностранной литературы. Во второй половине дня Казанский федеральный университет поработал с немецким посольством. В ВУЗ прибыл начальник департамента экономики и науки посольства Германии в Москве господин Томас Граф. Его также ознакомили со структурой, достижениями и деятельностью вуза. Особый интерес у него вызвало сотрудничество с университетами Германии. Как тоже динамично развивается ваше сотрудничество с немецкими университетами? И лично я очень рад видеть, что тоже мой университет, Мюнхенский университет, в вашем списке. Начальник департамента экономики и науки посольства Германии господин Томас Граф заявил, что такое сотрудничество необходимо. При этом не только между университетами, но и между странами. В сфере науки, в сфере культуры, наши и тоже на человеческом уровне наши отношения стабильные и развиваются. Это хороший знак и это тоже хороший, важный фундамент для урегулирования политических проблем, которые, к сожалению, существуют. Во время визита проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыпов предложил гостю нанести повторный визит для более подробного ознакомления с КФУ и его научно-образовательными центрами. Артем Тупичкин, Ленардо Влетяров, Роман Самарин, Универньюз.